последнем сезоне вы какая-то не такая, немного сумасшедшая. Стресс, мужчины. Как всегда, девочка моя, как всегда. Я тебе так скажу, все мужики козлы, даже Джон Сноу. А после сжигания города вы что-нибудь вообще чувствуете? Жарко было, припотело слегка, а так все было замечательно. А что будет с Тирионом дальше? Ну, он явно не вырастет больше. Посмотрим, сегодня вы все увидите. Кто сегодня окажется на троне? Джон, конечно, думает, что он, но он глупенький еще, так что это буду я. Вы фанат «Игры престолов»? Да, мы фанаты «Игры престолов». А как вы вообще попали на закрытый показ? Мне позвонили с концентра Билайн, сказали, вы, оказывается, смотрите сериал «Игры престолов» на Биплей. А как они узнали, что вы смотрите? Билайн следит за вами? Походу, следит. Те самые фанаты, которые ждали 8-го сезона 2 года подряд, скажем так. С кем вы из героев себя ассоциируете тогда? А ведьма, она красная ведьма, отвечаю. А ты кто? Джон Сноу? А насчет качества на Биплее стоило того? Не жалко было денег? Теперь не жалко. Вот когда пригласили, теперь не жалко. На самом деле нет, потому что качество, оно мощное. Там и перевод здоровский, разрешение и все остальное. То есть и без рекламы самое главное. 1xBet! Ставки на спорт! 1xBet! Из этого всего, то есть ты смотришь нормально, аккуратно. Билайн — это сила. Я сам абонент Билайна. Билайн, вы молодец. Дейнерис сумасшедшая? Да, она псих. Нет, она мощная. Она мощная. Да не, хорош, вы чё? Она просто психанула. Нет, её просто давили, понимаешь? Ну всё равно. Она терпела. Как думаете, кто окажется на троне? Думаю, Джон Сноу. Почему именно он? Он ведь весь сезон как-то, я не знаю, типа Джалдерав проходил. Классное у вас интервью, мне нравится. Там уже все, там все претенденты уже сошли с ума, либо погибли. Он один из остался в здравом уме. Кто тащит этот сезон? Ария. Ария тащит. Почему тогда не она может оказаться на троне? А зачем ей это? Она же девочка. С кем вы себя ассоциируете из «Игры престолов»? Ну это же очевидно, я Сэм Тарли. А вы сами смотрели Виплея? Да, но не через свой телефон. Я одалживал у друзей телефон и там смотрел. Но это же лучше, чем смотреть через пиратку. Это гораздо лучше. Билайн — это сила. Не, ну она, она-то же лидер, она должна... Ты с какого же лет смотришь «Игры престолов»? Все 8 лет. Какую концовку ты ждешь от последней серии последнего сезона? Я очень люблю, когда все так непредсказуемо. Честно, не знаю, потому что последний сезон не написан самим автором, и даже с ним они не работают над этим всем, поэтому я, честно, не знаю, я уже просто хочу досмотреть. Дейнерис сумасшедшая? Нет, на самом деле она гениальный человек, потому что мы знаем, что Серсея сумасшедшая, и Дейенерис, когда она кружила по городу и взрывала зеленый огонь, то есть мне кажется, она просто боялась, что если они пойдут дальше, то Серсея просто взорвет всех. И на самом деле Дейенерис не сумасшедшая, то есть Варис действительно пытался ее отравить. Она королева, она должна была казать. Ой, короче, это долгий... Терпение тоже конец, ее довели просто, понимаешь? Почему вы не смотрите «Игры престолов»? Потому что я боюсь сериалов. Ну, меня засасывает, и я прям могу потом без остановки смотреть. Как дела? Хорошо. Это крутые ванеры. Хорошо, а тогда почему вы сегодня пришли именно на «Игру престолов»? Потому что в интернете очень много-много-много-много кипиша, и захотелось посмотреть, что же это такое. Именно последний сезон и последнюю серию? Да, именно, да. А как вы попали сегодня именно на закрытый показ? Я являюсь уже 7-й год абонентом сети Билайн, и вот, в общем, меня Билайн пригласили как абонента, наверное. Человек, который пользуется Билайном уже 7 лет. Билайн — это что? Это позитив, это радость, это черная и желтая полоска. Здравствуйте, Чичаныч, здравствуйте. Вы фанат «Игры престолов»? Да, я фанатище. Вы насколько фанат? Первую серию первого сезона смотрел. Вначале, чтобы правильно разбираться, запоминать дома, я записывал в тетрадку имена, чтобы вот прям помнить. Какая смерть была самой эпичной? Самое эпичное, да. Это вот когда кровавая свадьба, Роб Старк, жена умирает, прям, вот самая вот такая. И Нед Старк, когда умирает, первый сезон, вообще в шоке, я думал, главный актер, все, он будет переть, он самый классный, он самый крутой, и его просто вот так, и все, я такой, чё? Вот. Вот так было. Сейчас будет маленький интерактив. Так как вы записывали все дома в тетрадку,
Мы сейчас должны назвать дома, вот самые известные в этих семи королевствах. Ну, Старки. Ланнистер. Таргариены. Все, на этом все. Спасибо вам большое. Мормонды. Мормонды. Давай, Айба, помогай. Дотракийцы дают. Просто дотракийцы. Еще этот, помнишь? Дом. Так, окей, все. Дом есть еще. Это надолго затянется. Дом Ивана Дорна. Да, Дорнийский. Да. Пока, пока, мы просто вот так, стоп. Давайте, стойте, пожалуйста. Сколько лет ты смотришь «Игры престолов»? Я начала смотреть 3 недели назад. Я заболела ветрянкой, и за эти 3 недели я посмотрела полностью с первой серии, с первого сезона. Ты сейчас в курсе, что тебя полмира ненавидит за это? Почему? Потому что они ждали 8 лет, ждали каждый сезон, там по 2-3 года, а ты такая, зараза, я посмотрю. Джон Сноу нравится? О, это моя любовь, я так его люблю, он такой классный. Конечно, нравится. Хотела бы быть на месте Дейенерис? Да, но у меня вон там парень стоит, поэтому я скажу нет. Как ты сегодня сюда попала? Мне Билайн предоставили пригласительный, с помощью чего я пригласила Азамата, и мы вместе сегодня идем. Это все предсказуемо все было. Почему на самом деле. Я все сдал уже на... Откуда? Сценария такая, как бы все предсказуемо там было. То есть вам вообще этот сезон не понравился? К сожалению. Вас удивил этот финал? Да! Да! Самый сексуальный персонаж из «Игры престолов»? Ну, конечно же, это Дейенерис самая сексуальная. Потому что в ней столько страсти и огня. Ни разу не смотрел по кинотеатру с большим экраном. И вот самую последнюю серию я посмотрел именно там. Спасибо большое. Вообще классно было. Да. А вы можете вообще рассказать, почему Биплей решил Билайн сотрудничать с Биплейном, начать сериалы «Игры престолов»? На самом деле это культовый сериал. Это, наверное, самый рейтинговый сериал современности. Почему мы решили начать с него? Потому что HBO на самом деле для своих фанатов сами предложили подарить, именно не продавать, а именно подарить показ последней серии. И мы решили попробовать, насколько это зайдет зрителю. А что сегодня нового вообще у Билайна происходит? У Билайна много чего нового происходит на самом деле. Мы движемся в направлении диджитал, направлении, да. У нас очень много новых приложений выходит. Мы первый цифровой оператор. В связи с этим мы вообще решили двигаться в этом направлении. То есть приложение Биплей выходит на новый формат, возможно, и более часто будет показываться, транслироваться именно в кинотеатрах. Нашему зрителю интересно, чтобы это было качественно. То есть человек за это платит деньги. Соответственно, он хочет получить высокое качество за свои деньги. Мы решили как бы абонентам предоставить такую возможность. И с самого начала Биплей приложение было очень качественно, хорошие озвучки. А почему люди должны выбирать Билайн? Потому что мы первые в сфере диджитал, потому что это лучшая компания, потому что мы стараемся двигаться с абонентом вперед и всегда быть рядом с абонентом. Я смотрю фильмы через Биплей, и Билайну большое спасибо. Валар Дахариас. Подписываемся на Лимон KG, читаем наши посты, лайкаем, комментируем и ждем следующих выпусков. До встречи, пока!